Long ago, pirates ruled the seas, but the kingdom of Varuna enjoyed peace and prosperity under a wise king and the watchful eyes of his two master swordsmen, Radcliffe and Jihan. When these two fine soldiers vanished, the kingdom was left defenseless. The power-hungry Baron Diaz was quick to strike. First, he combined forces with the pirates to jail the king and secretly replace him with a wooden puppet. Not satisfied with just the throne, the Baron then recruited the former palace wizard to help him steal the kingdom's long-hidden treasures. The kingdom's only hope is the king's daughter, Alexia. Discovering the connection between the Baron and the pirates, Alexia sets out to find Flint, a famed pirate hunter wanted for treason against the Baron's new regime. Alexia knows that Flint is the kingdom's only hope. Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Сегодня мы с вами начнем проходить игрушку под названием Alundra 2. Сейчас быстренько по игрушечке. Она еще называется A New Legend Begins. Alundra 2, A New Legend Begins. Игрушка 2000 года от разработчика Contrail. Или же что-то там Matrix, что-то там было написано еще. Издатель Activision. В жанре Action RPG. Кто-то там хотел, чтобы я ее начал проходить, рекомендовали мне в комментариях подписчики мои. Мы Odd World закончили, и эта игрушечка у нас следующая по списку идет, так сказать. Можно ее запихнуть не в основное прохождение, а типа как внеплановое. Будет время, будем записывать, проходить. Сообщение норма, в смысле быстро, норма. Вибрация нет, бег их сжать один раз. Удерживать. Давай удерживать. Окно норма, звук стерео, громкость музыки. Громкость... Музыку такое, как будто бы чуть-чуть, да, щемануть. Что-то она ни хрена не это. Не прикручивается. Ну да ладно. Короче, первая часть... Первая часть у нас была, давайте я пока что старт не буду нажимать. Первая часть, помню, проходил, 80 серий она у меня заняла. Если это тоже займет 80 серий, я кончусь, наверное. Но, в принципе, игрушка классная довольно-таки, первая мне понравилась. В конце нас Мелзас был главный главарь, мы его убили. Потом Алундра пошел там в свое куда-то путешествие с своей бабехой, она потом его чмокнула в щечку и побежала, сказала: «Иди ты нахрен, я пойду влево, а ты иди вправо». И все, она пошла налево, а мы пошли, короче, куда-то дальше. И вот нас вторая часть, возможно, я не знаю, будет тут продолжение, не будет, какой-то Флинт, пират какой-то, я не знаю, я так понял, за него будем играть. А кто такой Алундра, я не знаю, может мы его найдем. Короче, давайте, ладно, старт и погнали. Посмотрим, сможете. А чё, а почему средний легко? Слышь? А чё, а где третья сложность? Ладно, давай легко. Потому что если есть два уровня сложности, надо всегда нижний брать, который легче, потому что там просто жопа будет. Окей, смотрим. О, я думал, это спутник. Я, кстати, в эту игру не играл, так что я и в первую не играл, только тут проходил. Нормально. Ну, это загадки жестко будет, жопа прям. Если такие же загадки, как в первой части, то я ее без помощи не пройду никак. Ты кто, птеродактик? На ключике еще. Что за фигня? Ну, Алундра у нас был как бы 2D-шный, вид типа с полубоку, сверху, что-то типа того. А этот уже будет 3D как бы. О, здорово, Алундра. Так, а ты Алундра или ты Флинт? Ты кто? Я за кого играю-то? Потому что Алундра у нас был эльф там с длинными ушами, рыжий башка. Вот это рыжая башка, ну вот нормально все у него вроде. Вроде рыжий, я там не знаю. Как ты акробат, слышь, на такой высоте такой вытворяешь? Это я лезу или куда, или что? Как ты тут оказался, чувак? В натуре. А чё ты сюда залез-то? Такая графика вообще.
Первая часть Ито лучше была. Ну да ладно. Смотри, какая у него рожа. Тинь-тинь-тинь-тинь. Побезяль. Хорошо, ладно. Так, ну надо с управлением разобраться. Там кнопок, в принципе, немного. Вроде квадратик драться, X что-то там, нолик разговаривать, какие-то шмотки вроде. Ох, как ты бежишь! Ох, ты как ты прям сейчас по башке себе настучишь. А, так, я двигаюсь. Бегать у нас R2, окей. L1, R1, это у нас крутить. RL2, не помню, что-то там использовать, то ли магию, то ли что. Смотри, хать. X, прыжок. А, тут еще и прыжок, я ни хрена себе. А подожди, а я вот сюда запрыгну, например. Давайте я буду сохраняться уже с самого начала. Я же не смогу упасть. Нет, тут не выпрыгну, хорошо. А, нажми кнопку бег, чтобы пройти ленту конвейера. Нажми кнопку старт и смотри ниже контролер в меню опций. Короче, у нас русская версия, если что. Если будет глючить, будем переключать на английскую, так же, как и было в первой части. Нажми кнопку действия при беге для скольжения атаки. Хача! Блин, а камера не будет сама крутиться? Это плохо. Нажми кнопку прыжок. Это еще обучение здесь? Какая-то камера неадекватная, подожди. О! Подожди. Вот так мне нормально будет, наверное. Так, прыгай через шипы. Да, я, в принципе, в курсе, блин. Ты чё? Ай, сука! Я сейчас же сфейлюсь своими подсказками. Тварь. Это обучалка, короче, идет. Мы куда-то залезли на какой-то корабль. Нажми кнопку камера влево. Да я знаю, уже крутил. Угу. Она еще крутится. Да! Она смотри, как крутится. Она скрутится на. Получается, по восьмиграннику. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. Плохо. Ну да ладно. Нолик, действие. Трава. О, это я помню, трава. Взял? Как инвентарь? О, инвентарь у нас. Пауза. Так, карман. Че карман? Вещи, спецопции. Вещи. Трава. А, это в кармане, это то, что у меня в этом, да? А что такое спец? Там нет предметов, ну и ладно. Нет, конечно, немножко открой меню предметы, что... Да, блин, что положить вещь в карман. А что такое... Ты что спрятал меч? Не делай так. Что хотел-то сказать? Что-то хотел сказать и уже забыл. Ладно, трава берем. Ты берешь ее, да? Да, он же берет. Ты, чтобы применить вещи в расположении в кармане, на верхнем правом углу, просто нажми кнопку предмет. Это треугольником, я так понимаю, хилятся, если что. Что это? Разыскивается Флинт, охотник на пиратов. Это я? Я же Флинт. Это же я Флинт. Так а почему я за Флинта играю? А где Алундра? Там чувака Алундра звали. Я же играю в Алундру или во что я играю? Нажми на кнопку атака для уничтожения преград. Да, блин, серьезно что ли? У меня 100 золота, 200 хп, 200 магии, ты понимаешь, да? Хватайся за лестницу и используй кнопки направления для лазания. Ладно, ладно. Пока что идем успешно, никаких секретов пока что нет. Сложных загадок. Там были прям сложные в первой части, помню, долго, минут по 40 сидел, чтобы одну, ну там в конце уже, более в конце, там уже такие прям с вот этими вот колоннами гребаными я запомнил. Чё ты говоришь? А где субтитры? Так, он, короче, хочет свалить с него. Папка, а ну-ка, остынь. Почему субтитров нет? I tell you, it just ain't right. Well, actually, Father, a vehicle like this is probably a safer form of transportation than a sailing vessel. And my hair always gets so frizzy from the salt in the air. Your hair? Who gives a rat's behind about your hair? A pirate doesn't care about what he looks like. A pirate only cares about two things. One of them is hunting for gold. Do you know what the other one is? The hydrodynamic nature of the ocean's current? Any
Anyways, I think we should just make the best of the situation. At least, that's what Mom always used to say. Aye, she's a smart woman, that mother of yours. That's why she dumped you. Why, you little... Горе детки, короче, получается. Он типа пират, и говорит, хочет, чтобы они все тоже пиратами были. Они, короче, это вообще какая-то, блядь, мальвинка. А этот, блин, какой-то ученый получился, блядь, сука, с пирата даже нормально сделать. Пиратов не можно, нельзя, да? Чё ты? Чё это? Просто прошел, посмотрел и пошел. Заведенный чувак ключиком. Нормально? Это я, что ли? Нет, это не я. Так, кусочек какашки с него выпал. И я тут сейчас буду, да? Так, что-то... Ага, не, я так спрыгнул. Флинт! Ты куда Лундру поддевал? Почему игра называется Лундра 2, а не Флинт 2? Например. Ключики какие-то, загрузки. Ну ладно. А Лундра так Алундра. Палюндра. Так, и чё ты? Флинт на странный ключ. Для чего он нужен? Возьми меч в руки. И не дури. Так, переход на уровни тут есть. Хорошо. Немножко не так. Кабина. Блин, как лучше камера, не понимаю. Ну, так, наверное, скорее всего, самое лучше всего. А есть карта. Дверь не поддается. А я думал, не продается. Не поддается тоже. Блин, здесь камеру нужно самому крутить, это плохо. Хотя, я же проходил, как называется-то, техномаг, там что же надо было. А эти куда свалили? Умные и Барби. Так, что? А субтитры хотя бы русские будут? Опять что такое? Там рычаг вообще-то был справа, чувак. Опять заставки, что ли? О, это будет долго. Милена... Милена, оцените трудности, через которые мне пришлось пройти. А, вот они. Меня заставили играть в няньки за пару ходячих открывалок. Вот, да-да-да. Горе детки. Теперь, отец, мы нашли нашу миссию, и теперь мы должны постараться. А, понял. Зеппо. Ты знаешь, они теперь бегают по корабля. Они отвратительны. А ты можешь это не говорить? Они смешно говорят. Окей, ладно. Чё за... Чё за... Что вы делаете? Это дозорная труба, в неё смотреть нужно. Они все время говорят гей-гей. Должен сказать, они немного говорят. Ты что, пробовал говорить с ними? Ха-ха-ха-ха, ты меня поймала. Руби. Кого рубить? Тебе вторую руку, что ли? Так, а это же не... Что это? Не послышалось? Опа, надо ныкаться. А Люндра, блядь, не может нормально, сука, посидеть тихонько. Куда? Назад? Окей, свалил. Склад. А чё за ключик-то мне дали? Парам-парам-пар. Или меня должны спалить? Давай я сохранюсь здесь. Не знаю. Ну ладно, пошли. Да мне, скорее всего, должны спалить просто. Кабин. Или мне рычаг нужно нажать? Нажимай. А, он так нажимается. Хорошо. А, двери открыты. Все? А куда, в какую? А кого драть-то? Подожди. Давайте кого-нибудь побьем хотя бы. Дайте побить кого-нибудь. А, правая палуба. О, чувак. Не вижу ничего. Так, хорошо, нужно с боевкой сначала разобраться. Ах ты, сука. Ни хрена себе, он может бежать. Ладно, а у ворот-то тут нет, да? Так, есть вот... Да не стреляй! Молния. Хорошо, меня уже ударили на 17... Блин, мощно. А есть какой-то щит? А, у меня щиток есть, но я не знаю, как им пользоваться. Да не нолик.
Тихо. Сейчас мы разберемся. Смотри, какой я четкий пацак. На! Все, безур... А в смысле 100% жизни? У меня восстановились жизни. А, здесь вот так, типа, да? По уровням, что ли? Или там что-то выпало, или что? Так, а туда как забраться? А я сюда могу вообще, в принципе? Могу! И так я и могу и туда, нифига себе. Блин, прикольно. А, порт-дек. А... На! Блин, не попал. Ну-ка. Тихо. Хе-хе-хе. Вот так урон. А, и монетки какие-то нужно собирать. Да не стреляй ты, ну ёпта. Там ничего нет с правой стороны. С правой стороны ничего нет. 110 монеток у меня. Хорошо, можно что-то уже покупать. Если есть монетки, значит что-то можно покупать. Это же логично было бы представить. Подожди, кабина опять. Опять вернулся в кабину. А какую я заходил? Я вот эту заходил. Так, а подожди, стоп. Если я в эту заходил, а там дверь тогда куда? Здесь неудобно, камера постоянно выкручивается. Вот это, вот это... Ой! Подкат. Я подкат как-то сделал. Как подкат сделал-то? Ага, вот, короче, на нолик. Вот это куда? Это тоже туда, что ли? Нет, это не... Это кабина капитана! Ха-ха, ща мы тут наберем. Ща мы тут наведем шороху ему. Сейчас нас... попрыгай на кровати, ты же можешь прыгать. Ай, нельзя, серьезно. Кодекс, бери кодекс. Что в кодексе сказано? Ой, это запись. Ну, давай буду записываться, в чем проблема. Другая игра, один слот занимает, отлично. Ладно, сохраним и мы когда-то... Окей, 13 минут сохранено. Выберите слот, не надо. Я уже... Я думал, это какой-то кодекс, а это сохраняшка. Так, а это тогда что? Зона исцеления, восстановляет жизни H. А, это понятно, окей. Так, а стоп, если я там вышел по кругу, значит, тогда мне нужно в центральную дверь. Все же логично. Лезь наверх. Как щитом-то этим пользоваться? Он вообще работает? Не понял я ни разу. Вот это, знаете, что еще плохо? То, что каждый раз, когда я выхожу, вот смотри, выхожу, захожу, и мне вот эта вот табличка выскакивает, куда я зашел. Порт, дек, кабина. Зачем это постоянно... Так, а меня спалили. Это так и нужно было? Или мне надо было в центральную дверь зайти, но я туда не зашел? Ай-яй-яй. Так, и чё ж тут? Ну, они сейчас будут... Mechanical men. You know, I wonder how Mephisto created those things anyway. That puzzles me as well. It seems to be some type of technology that only Mephisto really understands. А меня не видят. That's why the Baron wants us to keep our eye on things. Горе пираты, горе детки, короче, все горе у них. А тебя совсем не видно, чувак. Darn right he doesn't trust him. I don't trust that freaky wizard either. Упс. Без палева. Так, тихо. Чё, ключик остановился? Оп. Так. So it's you, Flint. What do you think you're doing here? Not you again. Why don't you leave us alone? I read that he's now a wanted criminal. I know. We got him now. Что такое, бить надо? You two, just leave him to me. Так, хорошо, будем сейчас с ним драться, что ли? Так, а подожди, почему субтитров-то нет? Когда они говорят. Это плохо. Хотя бы английские. Яйца. И ёпа. Ой, какой ты стрёмный в игре. Он мой, вы двое назад. Хорошо. Он твой отец. Хватай его, поп! Поп! Жоп! Такой он стрёмный в игре, в заставке как-то вроде получше. Получал.
В смысле, у нас платформер пошел, что ли? Какого хрена у нас платформер-то пошел? У нас платформер пошел. Что за хрень? Где ты там? Блять, упырь, сука. Че ты такой крутой-то, а? Да, ни хрена ты не крутой. Блин, такой. Почему он в игре такой? Ты что? Предупреждаю, буду драться. Я уже понял, мы как бы подрались. Да? Вы думаете, вы можете меня касаться? Че ты говоришь? Говори внятней. Ну уже все, бредятина пошла. Ладно. Как ты примешь мой коронный удар в череп, чувак? Чё? Ты сейчас получишь, парень. Ла-ла-ла, ба-бам. Чё за фигня? Пацаны, следите за уровнем матча. Ой, говорю матча, масло. Ги-ги! Что такое? Ги-ги! Так, этот с молотом бежит, этот жесткий парень. Да этот, короче, херанул этим башкой так, что пол корабля чуть не разнесло. Сейчас еще будем падать в этим, балласт будем скидывать. Потому что сейчас будем на снижение идти. Так, чувак, ты с чем это таким? Нихай, йоу! Че он делает? Он за мной гоняется, что ли? У него башка горит. Почему нельзя было в игре такого же нарисовать? А ты что делаешь? Чё? Чё такое? А чё с ним? Кто ты? Вы чё, боитесь своих собственных созданий, что ли? Что происходит? Какой экшен классный. Oh, no. Вот, я же говорил, в... нет ни хрен... Ага. Чё ты... You, you так, буду с ним драться, да? С этим чуваком. Да-да-да. Nice. Спасибо. Тут и платформер как-то включается иногда. Так, это же что такое? И они в воздухе зависли. Пока она трещала, они в воздухе зависли такие. Ой, что за... Я вообще не понимаю. Тут какое-то не... Ой, вообще, с первой частью даже не близко. Как-то... Так, буду сейчас с ним опять драться, да? Платформер у нас. Давай, ких-ких. Но, ты что делаешь? Почему они в заставке такие, а тут такие? Почему нельзя было точно таких же сделать, пацанов? А ты что, просто чихаешь и все? Ай! Не догнал. Ай, не догнал. Хе-хе. Там что-то золото какое-то. Вставай! Ай, сука, попал, падаль. Вставай! Алундреус. Ха! В смысле меня ударили? Какого хрена? Ты что, серьезно? Ай! Попал, падла. Да блин, не попал, как так-то? Да как он попадает? Он даже замах не делает! Что за херня? Все, до свидания. Что-то боевка тут непонятная. Вроде бьешь его, а вроде не бьешь. Хрен просышь.
Ладно. Опять заставки, что ли? Вот это будет это очень долгое будет прохождение, я вам отвечаю, если вот так заставки через каждый бой будет. Это уже не игра, это просто история. В принципе, он не тяжелый, просто надо было по чуть-чуть его бить. Че, боится прыгать? Дурень. Да он ссыкун, пират, блин, еще и ссыкун. А мне что делать? Лети за ним, короче, и хватай его за трусы. Это всегда работает, я тебе отвечаю. Так всегда в фильмах делают. За штаны хватают и нормально потом все приземляются. Хорошо, что здесь нет квик-тайм-эвентов. Я бы уже вообще чокнулся. И чё? Как он сюда вообще попал? Экшен. Звуковое сопровождение не очень. Так-то, в принципе, так игрушка нормальная, а звуковое сопровождение немножко такое кривоватое. Этот уже все летит на бессознании. Опа. Ну, сучка, я тебя найду. Я тебе юбку подрежу еще покороче. Будешь потом вон там ходить где-то. Работать. Да блин, вот эти заставки, вы что, у меня полсерии, наверное, минут 10 геймплея и 15 минут вот этих заставок. Вы что, серьезно? Игра полностью построена на заставках? А играть когда я буду? Здорово, китик. Китикет, привет. Ты меня выплюнешь. Ты меня съел, но ты меня выплюнешь. Ай, так блин, он же что, не это, не мягкий ни хрена. Кит-то не мягкий. Ты что, опять летишь? Нет! Уплыви! Блядь! А, он живой. Я думал, все ему кранты. Ну, хорошо, хоть так, ладно. Только он теперь заведенный. И что? У него пол... Чё за фигня? Я ничего не понимаю. Первая часть как-то не такая была непонятная. Тут что-то заставки одни. Я закончу, мне серию надо заканчивать. Я не с этими заставками, блин. Это еще на полчаса. Да. Угу. Ой-ой-ой, чувак, сейчас тебя насадят на что-то. Это... Очко, сожми очко! А, так это он и летит, что ли? Еблонная... деревяшка. Чё за хрень? Ты куда? В космос решил или чё? А чё он металлический уже стал? Какая-то подводная лодка уже стала, Никит. Ты же был живой, ты не мог стать таким металлическим. Какой ты удивленный, я в шоке. Флинт, может ты это, заебешься с этой загрузкой, с этими заставками, может давай нормально как бы поиграем, нет? Ой, блин. Вот это только начало игры получается. Уже серия полчаса идет, а он мне, блин, не дает даже, блин, ай, кошмар. Ну хорошо, я где-то на острове на каком-то попал.
О, дедулька. Пошел пописать. Нашел меня. А что это? Не что это я, кто это я? Боже. Эй, эй, ты! Ты в порядке? Тук-тук-тук-тук. Нормально, у меня эти... Вот это так и ты оживляешь, ребят. Слава богу, он еще жив. Ты так людей оживляешь палочки свои или что, по канельке? По коленке стучит и проверяет, есть ли у него нерв или нет. Если есть нерв, значит оживет. Если нет нерва, значит нихера не оживет. Прикольно. Так, первая серия что-то прям бесит с этими заставками. Будет как это, или это целая игра будет? Вы что, серьезно? Фух, да, это будет весело. Да-да, это я там. Ну, музычка, в принципе, нормальная такая. Алундра, на мопса похож. А тут, нет, я не похож, ты чё? Нет, не похож вообще ни разу. Да, это он. Все его ищут. Почему у них глаза такие маленькие? But we don't know yet whether this boy is a friend or a foe. We must. Да, я френд, я же за него играю. When he wakes, get word to me and I'll return. In the meantime, this should cover your expenses. Это. Oh my lord, how generous of you! I promise I'll keep an eye on him just as you say. Oh, you're too kind. I'll be back to check on things. Почему у них глаза такие маленькие? Они же, типа, я так понял, я в Китай какой-то попал или куда там. У них должны быть глаза больше, чем голова. Один глаз должен быть, а у них вообще такой пипиньки какие-то, они глаза. И? Сейчас как чихну. Привет, здорово. А дай водички попить, слышите? Я гагуль... Так, ты с мечом? Против меня, что ли? Чувак, палку убери. Так, а никто не сказал, почему, ну, что ты проснулся там, Просто игра началась, ни с чего, и все, и пошло дальше. Короче, давайте, ребятки, на этом закончим. Наконец-то-таки дали нам поиграть, скажем так, походить, чтобы уже можно было сохраниться, да, закончиться этой серией. То вообще пипец. В общем, все, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте, всем до встречи в следующей серии, которая будет, не знаю когда, будем по возможности ее записывать. Все, ребятушки, всем пока.